Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня я расскажу вам о самых-самых любимых продуктах, которые были заказаны мной на сайте iHerb, всем известном. Я знаю, что вы тоже много заказывали, по моей рекомендации в том числе, чему я очень рада, и писали мне, что вам тоже все очень понравилось. Итак, это видео о любимых продуктах сайта iHerb за весь прошлый 2017 год. Я расскажу вам только о тех линейках, которые действительно произвели на меня очень сильное впечатление. Одним из самых любимых моих брендов, это американская косметика, стала косметика от Derma-E. Прекрасные средства, очень богатые составы, я могу вам рекомендовать почти все, потому что я попробовала очень-очень много. Ну, может быть, за исключением тех средств, которые предназначены для очень жирной, проблемной кожи. Там тоже такие есть, кстати говоря. То есть это не только косметика для возрастной кожи 40+, к примеру, да. Но сейчас в моих руках действительно средства антивозрастные. Это линейка Thermin с DMA комплексом. Это мощнейший антивозрастной комплекс DMAE, который предполагает работу с тургором кожи, то есть с подтяжкой именно, с укреплением коллагеновых волокон, в общем, всего того, что так не хватает нам в возрасте 35+, 40+. Это увлажняющий крем, он мне очень-очень нравится, он полностью абсолютно впитывается, от него буквально ничего не остается на коже, кожа его съедает, как сыворотку, знаете, вот ощущение такое, что это действительно не крем, а сыворотка. Вроде бы, посмотрите, он такой довольно густой, но как только он попадает на кожу, он превращается такую тающую текстуру. Здесь 56 грамм. Вообще в Derma-E нестандартная упаковка. Больше 50 грамм почти всегда во всех средствах. Ну, может быть, исключая некоторые сыворотки, которые предназначены для глаз и крема для глаз. Из этой же серии сейчас я использую Deep Anti-Wrinkle Serum. Несколько серумов различных с витаминами А, Е, с пептидами. И вот в том числе здесь также пептиды я уже использовала. Я показывала вам их даже в своих видео о том, что съела моя кожа за определенный период. В частности, использовала я их и весной, и осенью. Серум этот в очень удобной упаковке, с помпой. Прям необходимость его легко можно вот так отвинтить, вытащить все оставшиеся капельки, просто вот так перевернув, что я и делаю. Мне не хочется ничего потерять из этих драгоценных средств. Он потрясающе впитывается. Здесь целых 60 мл. Цены очень и очень доступные, в отличие от похожих составов в люксовых средствах, которые продаются в наших обычных магазинах. Действительно, приобретать на iHerb в 3-4 раза дешевле, и я показывала вам видео по сравнению цен с iHerb и другими сайтами, которые также предлагают вот те же самые бренды. Почему показываю вам именно эту сыворотку? Потому что пептиды — это те самые, как я уже говорила вам, да, лошадки, ну так просто понятнее будет для вас, на которые садятся все остальные полезные микроэлементы и уходят на более глубокие слои кожные. Пептиды, если, конечно же, они действительно есть, если это нанотехнологии, если они действительно существует и добавлены в этот крем, они не могут стоить 3 рубля. Если вы видите крем, который стоит очень-очень дешево, на нем написано пептиды, но, скорее всего, это просто маркетинговый ход. К сожалению, не все компании придерживаются правильного оформления упаковки, и некоторые согласны заплатить штраф потом, когда открывается, что внутри упаковки не содержится заявленного. Здесь же действительно есть хорошее действие, действительно с помощью вот таких сывороток, конкретно вот это, я ощущаю, как все остальные кремы, все остальные средства работают в 2-3 раза сильнее. Вообще у меня очень большая коллекция Derma-E, много еще средств, которые не открыты, я не буду вам все показывать, иначе видео будет бесконечное, оно будет совсем не о средствах любимых, а о моей коллекции, да, уходовой, но сейчас не об этом. Прекрасный увлажняющий крем под глаза, который не скатывается под макияжем, я несколько раз вам показывала, Derma-E с гиалуроновой кислотой, обратите, пожалуйста, внимание также вот на эту серию увлажняющую с синеньким цветочком. И замечательная совершенно серия Anti-Wrinkle Cleanser и Anti-Wrinkle Toner. Вот такие оранжевая серия. Это кислотная серия. Здесь витамин А и гликолевая кислота. То есть прям хороший такой состав, правильный. Они не обжигающие. Опять же, умывание, да, вот этот гель, он очень нежный, он не сушит
кожу. Но при этом он как-то успевает за эти несколько секунд, которые находятся на коже, ее действительно отшелушивать, обновлять и закрывать поры, что делает и тонер, если вы сверху еще потом протираете тонером. Замечательное средство, мне они очень-очень нравятся. И, кстати, тонер у меня уже не первый, я использую с удовольствием. Вот эти все умывалочки, они очень-очень экономичные. Их нужно буквально капельку, они хорошо пенятся. В общем, шикарные средства. Обратите внимание также вот на эту оранжевую линейку в Derma M. Кстати, с использованием именно этого бренда у меня исчезла, представляете, намечающаяся вот здесь межбровная складочка. То есть теперь у меня ее нет. Если вы видите мое лицо, это чудо абсолютное. И я действительно связываю этот факт с тем, что я стала использовать косметику с iHerb, а конкретно косметику Derma E. Да, действительно, повышается тургор кожи и как бы выталкиваются морщинки обратно, особенно те, которые сформировались в связи с тем, что была обезвоженность. Например, кстати, пейте побольше воды, ну, в умеренных, конечно, количествах, чтобы не отекать. А также, почему я показывала вам, да, именно кислотные средства, потому что в небольших количествах, 5 хотя бы процентов, 3%, кислоты очень полезны для того, чтобы снимать верхний ороговевший слой с лица, чтобы потом все ваши уходовые средства прекрасно проникали внутрь. Ну, по крайней мере, они будут работать в 2-3 раза лучше, чем когда вы совершенно не делаете никакой пилинг, либо делаете какой-то грубый пилинг, такой абразивный, который только царапает вашу кожу. Обратите внимание, что не нужно делать очень грубые пилинги, если у вас уже возрастная кожа. И вообще лучше не царапать свое лицо. Кислоты работают куда нежнее, аккуратнее, приятнее. На все линейки средств, которые я сегодня буду показывать, я буду оставлять вам ссылочки с более экономичными ценами, однако не менее хорошими составами, и также действенная, тоже американская компания, называется она Reviva Labs. И все эти средства я не раз показывала вам в своих видео о том, что съела моя кожа, и в моих макияжах, и в моем уходе, они постоянно со мной, они везде. Это небольшие баночки, которые удобно взять с собой, ну как небольшие, в этих баночках по 42 грамма, они чуть меньше, чем обычные стандартные, к которым мы привыкли, по 50, да, но стоимость у них очень-очень доступная. Продолжая тему кислот, сейчас я пользуюсь вот таким вот кремом от Reviva Labs, это 5% гликолевая кислота. Я не использую это средство каждый день, его нельзя использовать обильно, например, на зону шеи и декольте, только чуть-чуть, его нельзя использовать под глаза, потому что гликолевая кислота самая активная из всех AHA-кислот, то есть тех кислот, которые обновляют верхний ороговевший слой, убирают путем шелушения, то есть они сжигают эти клеточки, они отшелушиваются, потом в течение какого-то времени вам нужно активное-активное увлажнение, чтобы просто не было заметно, что у вас шелушится лицо под тональным кремом, да, например. Если вы хотите сузить поры, если у вас действительно какие-то постоянные высыпания, если вы хотите убрать серый цвет с лица, прекрасно подойдет гликолевая кислота, но она самая активная. Если, например, вы хотите более мягкие какие-то средства, берите молочную кислоту, можно взять, например, миндальную кислоту. Они чуть-чуть помягче действуют. Но, как ни странно, с моей чувствительной кожей мне прекрасно подошла гликолевая кислота. И вот именно вот эти 5%. Сейчас я даже заказала 10. Мне даже интересно, я хочу попробовать. Крем этот, как вы видите, жидкий такой, прекрасно впитывается, как сыворотка. Вообще, я люблю кремы, которые хорошо впитываются. Вот его можно назвать даже больше молочком, нежели кремом, и это хорошо. Как я его использую? Использую я его раз или два раза в неделю, сейчас, по крайней мере, когда вижу, что мои поры в Т-зоне начинают немножко расширяться, и когда я хочу обновить цвет лица. С возрастом наша кожа меньше отшелушивается сама, то есть она меньше обновляется, ей нужно в этом помогать. Итак, я наношу на очищенное лицо, под глаза, естественно, не наношу, для того, чтобы обезопасить кожу под глазами, чтобы туда не попало вот такое вот кислотное средство, я сразу же наношу крем под глаза какой-то, то есть перекрываю вот эту всю зону, такая вот хитрость у меня есть, потому что несколько раз мне попадало, вот в эту зону ужасно щипало, и далее уже все лицо покрываю вот таким вот средством. Также кислоты можно использовать на зону шеи и декольте, но я бы все-таки рекомендовала быть с этим делом аккуратнее. Например, как делаю я? Я знаю, что у меня более реактивная кожа, то есть она более такая чувствительная именно вот в этой области.
Поэтому я вначале наношу тоник какой-то увлажняющий, чтобы смягчить действие, потом уже только наношу вот этот вот крем слегка-слегка, а на зону Т, наоборот, я наношу погуще. Вот так 1-2 раза в неделю. После того, как все это впитывается, я сверху покрываю это обычным своим ночным кремом. Поскольку кислоты снимают верхний роговевший слой, я думаю, вы все знаете, что обязательно нужно потом использовать какой-то SPF, хотя бы день-два, если даже это зима, какой-то легкий SPF, может быть, пудру с SPF. Возможно, подмешивать, как я делаю, каплю SPF в тональное средство и наносить на лицо, чтобы хотя бы чуть-чуть была какая-то защита. Естественно, более тонкая кожа, очищенная, подвержена большему воздействию солнечных лучей. Поэтому любой SPF, который вам нравится. Благодаря вот этому крему у меня улучшился цвет лица, и я, в принципе, могу сейчас не использовать тональный крем, а наносить, например, просто какую-то чуть-чуть корректирующую базу слегка, цветовую, может быть, какие-то цветовые акценты, где-то красноту убрать, и все. Кожа более ровная стала, более стянутые поры, туда не проваливается тональный крем. Все, кто этим страдает, очень советую вам попробовать вот такие вот кремы. Это Ultra Rich Ultra Light крем, но это дневной крем, который я использовала как базу под макияж. Когда я нахожусь дома, я просто покрываю им лицо. Прекрасно впитывается, он такой прям, ну, полностью-полностью уходит под кожу, абсолютно. И вот этот крем, который я вам не раз показывала, действительно, этот крем очень-очень похож на крем Clinique All About Eyes Rich. Этот крем ужасно походит и по составу, и по действию. Но он очень-очень бюджетный. И здесь 42 грамма, и он предназначен под глаза и также на зону шеи, декольте. Он даже по консистенции похож на Clinique. Он жирненький, у него вообще никакого аромата нет. Я очень советую вам попробовать, особенно если у вас возрастная кожа, особенно если вы страдаете такими вот прям лучиками, складочками вокруг глаз. И вообще, кто страдает сухостью, у кого даже молодых девочек складываются кремы, тональные консилеры в морщинки, которых не должно быть по сути, но они образуются из-за сухости кожи, да, такой в гармошку уходит кожа. Поэтому, пожалуйста, попробуйте. Также для зоны шеи, декольте шикарно, такой хороший, маслянистый. И, кстати, на день этот крем также подходит, даже вы можете закатать его под макияж, если тонким слоем нанесете под глазки, и он впитается как следует, дадите ему впитаться. Но сейчас я приобрела его именно для того, чтобы пользоваться, как только закончится у меня клиник, использовать его на ночь. Также обратите внимание на то, что в Reviva Labs есть линейка, как и в Dermae Thermin. Это вот такие вот сыворотки и кремы с DMAE тоже. Сейчас я использую вот такой Eye Complex Firming Cream. Замечательный, кстати, крем, который тоже идеально впитывается. Как ни странно, он вроде бы такой густой, он с помпой. Говорила вам уже об этом креме, он замечательно работает на релаксацию ваших мышц вокруг глаз. Например, если вы наносите вокруг глаз, также там я наношу, где у меня активны мышцы слишком, потому что я не делаю никаких уколов, ботокса, вообще ничего особенного не делаю, кроме обычного ухода. Итак, этот крем предназначен для тех, кто не хочет делать уколы, но тем не менее хочет немного расслабить мышцы для того, чтобы вот так вот гармошкой не стоял лоб или, например, не собирались лучики вокруг глаз. Действительно, релаксирующее ощущение есть. Это сыворотка для области вокруг глаз DMAE. Сейчас ждет своего часа, она у меня уже вторая. Я с удовольствием все эти средства использую. Для меня это вот второй такой бренд после Dermae находка в этом году. Считаю, что именно эти две линейки заслуживают отдельного ролика. Это была первая часть моих любимых средств с сайта iHerb. Если это видео оказалось для вас полезным, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик наверху для того, чтобы не пропускать мои новые видео. Я желаю вам удачи, друзья, и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!